на водопады, которые находятся недалеко от Рускеалы. Водопады хороши, мне кажется, в любую погоду. Они зимой, скорее всего, тёл. Хотели попробовать? Встречает нас. Это, наверное, она варит. В Карелии мне тоже нравится. Люблю, считаю, экоматериал. Сам люблю с дерева. Водопад. Начинается. Вот он какой. Третья категория сложности. Или четвертая. Вот на водопад. Сколько там, Елен? 300 рублей. Жук и такая вот избушка. Интересно, там кто-то что-то есть в избушке? Ничего себе. Больше ничего не видно. Водопады продолжаются. Очень камни скользкие, я думаю, не стоит рисковать. Сегодня мы торопимся с автовалом. Все скульптурки прям с характером, да? Видный мишка там косолапый. И пошли дальше. Только ты, рыба моей мечты. Срубы из Карелии. Прибавилось. Вот мы приехали сюда в 10 утра, народу не было. Мы сделали кольцевой маршрут. Ну, вот удобным деревянным. Вот. Это в местах она бурная, здесь прямо у дороги. Вот они здесь построили. Вот. Ну, конечно, лучше в хорошую погоду приезжать. Солнышко, чтобы светило. Но даже в пасмурную погоду здесь. Выход. 5 минут. Сядь, кому не мешает, ловит рыбу. О. А мы пройдем мимо. Мокро. Живописно мокро. Что вы хотите? О. Да нет, все красиво. Шута, который может буквально там метров 200, да, в длину, но... Сейчас погреться теплым чаем, который вот сварен на... Продолжение на моем канале Миша и Комтыч.